Экономическая программа на первом плане и у партии роста, о роли бизнеса в развитии страны. Ее председатель Борис Титов говорил в рамках форума «Набат». Главными проблемами для предпринимателей, по его словам, остаются высокие тарифы, кредитные ставки, административная нагрузка. Для стимулирования экономики необходимо интенсивнее поддерживать бизнес. При этом и само бизнес-сообщество должно занять активную позицию. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы бизнес занял активную жизненную позицию, широко, а в общественном плане поддержал ту программу, с которой мы идем на выборы. Это программа «Стратегия роста», которую мы готовим для президента Российской Федерации и по поручению президента Российской Федерации.